15 февраля в России традиционно чтят память россиян, исполнявших служебный долг за пределами Отечества. Дата выбрана не случайно, ведь в этот день 34 года назад была выведена последняя колонна советских войск с территории Афганистана. Жители Владивостока собрались сегодня у памятника приморцам, погибшим в ходе локальных войн, чтобы отдать дань памяти землякам, не вернувшимся из Афганистана. Мы помним те годы, когда для нас любая информация, которая поступала с полей сражения, для нас была очень важна. Мне лично самому пришлось участвовать в тех трагических моментах жизни семей, когда мы хоронили своих земляков, своих одноклассников. Для нас это было очень важно, найти понимание, почему именно так. Но сейчас с годами я понимаю, что по-другому не должно быть. Мы обязаны были защищать свою родину. Мы должны были отстаивать те границы, которые были незыблемы и неприкосновенны. Эта дата оставила неизгладимый след в истории и в сердцах тех, кто воевал в Афганистане. Наши солдаты и офицеры были совсем молоды, но они носили погоны. Они дали присягу, и в их руках было боевое оружие. Сегодня несколько раз наши и председатель Думы, и замглавы города вспоминал добрым словом тех, кто воевал. Призывал помнить тех, кто погиб, выполняя свой священный долг по защите Отечества за рубежом. И теплые слова, сказанные этими людьми в адрес родственников, это многое стоит. Спасибо им. После памятных речей собравшиеся почтили память погибших воинов минутой молчания и возложением венка и цветов к памятнику. Олег Завьялов, Анна Дьякова, новости на Восьмом.